Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы с нашей прекрасной командой приехали посмотреть на детские соревнования. И у нас есть очень интересная задумка. Я хочу попробовать себя в качестве тренера. И сегодня, я надеюсь, мне в этом поможет Владимир Иванович. Здравствуйте! Здравствуйте, рад вас видеть. Я тоже очень рада. Вы мне позволите сегодня стать частичкой вашей команды? Позволите ли мне быть внутри? Почту за честь, потому что наши дети должны знать своих кумиров, своих игроков. Благодарю. Тогда можно будет прям поруководить процессом. С вашей помощью. Ну, наверное, не поруководить, а стать во главу хаоса, потому что дети – это взрывчатки, это хаос. И управлять ими тяжело. Если встать в руководящую часть, то тогда будет намного интереснее и вам, и детям. Я, кстати, заметила, что у вас очень интересное название команды – «Киттис». Объясните, пожалуйста, в чем смысл? Название команды придумывает сама команда. Мы даем возможность нашим детям, чтобы они проявляли себя не только на площадке, но и в выборе названия, в выборе формы и в других делах. Ух ты! То есть вы позволяете им полностью создавать процесс, творить и творчески подходить? Наши дети прекрасны, они много чего могут. Просто им нужно разрешить и позволить это. И немножечко направлять. Девочки, здрасте всем! Привет, 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 привет! Как ваши дела? Нормально. С вами будем знакомиться? Да. Здравствуйте. Так, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я экс-игрок национальной сборной Казахстана по волейболу. Играла, занималась много лет профессионально волейболом, выступала за топовые клубы Казахстана. Девчат, сегодня ваш тренер дал мне возможность побыть частичкой вашей команды, побыть с вами на площадке, немножечко покомандовать. Поэтому, если вы не против, мы с вами поработаем. Я думаю, это будет интересно, я думаю, это будет весело. И, конечно же, хотелось вам сказать, чтобы, выходя на площадку, вы чувствовали себя уверенно, не стеснялись, не боялись. Потому что мы можем дома стесняться, но дома никто не стесняется, кажется, да? Все дома, свои хозяйки, своего места. Также должно быть у вас на площадке. Вы должны быть уверенными в себе. Ошиблись, ничего страшного. Сделали вывод и пошли дальше. Не грустим, если проигрываем мячи. Да, тогда давайте мы сейчас с вами переместимся в зал, где покажем свою яркую игру. Круг. На раз, два, три мы с вами кричим и... Hey. По традиции. Раз, два, три. И hey! Основную часть мы начинаем играть. Мы идем играть, мы идем побеждать за победой и за достижение. Согнули. Хорошо. Прием. Молодец, помогай. Здорово. Бей. Играй, играй, играй. Еще. Помогай, 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 помогай. Хорошо. Смотрите, у нас счет 23-24, а на ваших глазах грусть. Почему? Один мяч, один прием, одно очко. Это всего лишь одно очко. Сейчас надо всем смотреть на мяч. Смотрим все на мяч. Хорошо? Да. Сделаем прием, один прием. И забиваем его уверенно и с эмоциями. Хорошо? Да. Молодцы. А
когда-то воду тренеру давала я. Чтобы тренер, подержи воду, я не успеваю. Есть одно но. Почему вы боитесь? Вы делаете такие глупые ошибки. Ну выйдите просто, вышли, остановились, ножками сыграли, ручками направили. Но вы же это все знаете. Не надо махать руками, как сабля. Это же игра. Почему сверху не играем? Почему мячи просто перебиваем, а не порежем, подальше? Сверху это все делается. А у нас что, ножки прижатые, попочка опущенная и руками машем, да? Все, давайте, еще одна партия, просто без своих ошибок. Девчат, вы мои! Счет 12-9, а выходите кислые. Почему вы кислые ходите? Начинаете сникать, начинаем проигрывать, мячи, глупые ошибки делать. Когда стоите возле сеточки, ручки держите вверху. Держите вверху, отсюда нам будет сложно их выносить. Приготовились, сзади все готовимся, на носочках. Все двигаемся, ножки согнули. И, пожалуйста, ну веселее, ну у нас же игра. Мы решили организовать этот турнир при помощи Казахской академии спорта и туризма для детей, которые еще не выступали никогда на соревнованиях. Организовать турнир именно в этом зале, в котором в свое время тренировались как минимум два олимпийских чемпиона, чемпионы Европы. Здесь, в этом зале, буревестник Алматы завоевывал кубок европейских чемпионов, одну из высших наград мирового европейского волейбола. И сейчас дети, которые соревнуются на этой площадке, хочется, чтобы среди них были наши будущие чемпионы мира, Европы, Азии и других межконтинентальных игр. Я помню, у меня здесь самый первый раз мяч прилетел в лицо. Это было неизбежно. Это были руки внизу. И все остальное, конечно, не двигалось, не шевелилось. И я получила в лоб. Мне зарядили мячом в лоб. Это я хорошо запомнила в этом зале. Так, все. Девчата, еще раз напоминаю. Мы с вами что сейчас делаем? Всю игру, самое у нас первое, это подача, да. Дальше. Двигаемся, перемещаемся с вами. Пожалуйста, эмоциональнее, веселее, активнее. Хорошо? Не забываем, вы лучшие. Давай. Со стапом. Когда проходили у меня одни из первых игр, я помню, был большой страх. Был страх ошибиться. Я даже сейчас, наверное, не вспомню, почему. Но, вероятнее всего, это проходит большее количество детей. Но когда выходила на площадку, я все забывала. Эмоции всегда одолевали. Эти эмоции перекрывали весь страх. Нам тренер всегда говорил о том, что мы должны сначала пройти этап мандража. Этот мандраж проходит, и после этого наступает уже, скажем, какая-то работа головы, работа мозга, и ты начинаешь уже соображать. Но правда, когда руки, ноги трясутся, очень сложно что-то сделать. Поэтому сейчас я смотрю, девчонки, они, большинство детей, они стали более смелее, они стали более увереннее. Конечно, сложно сказать, с чем это связано. Но и в моем поколении были девушки, которые, конечно, выходили и просто забивали, добивали, убивали, чего только не было.
скажите «я» и сыграйте его. На самом деле очень сложно играть мяч, когда в большом зале, и его подбивают очень высоко. Если есть там кондиционеры, этот мяч начинает попадать в поток воздуха. На самом деле его очень сложно сыграть, он начинает планировать. И здесь нужно довести его. Ну, конечно, это все делает либеро. Иногда это успешно, бывает, что не совсем успешно. Тоже надо. Вы по заменам тоже. Ну, вы тоже. Команда слабенькая, поэтому можно сейчас будет так. Все шестерки заменить. Пускай, когда эти немножко берут, пускай остальные будут. Какими качествами должен обладать детский тренер? Очень интересно узнать. Детский тренер должен быть всем. И папой, и учителем, и тренером, и другом. Прежде всего, наверное, другом, чтобы дети верили ему, чтобы он был авторитетным для них и давать детям раскрываться. У вас есть Инстаграм? Да. Вы будете в нем анонсировать, что передача будет? Да. Можно ваш Инстаграм? Я хочу увидеть. Да, можно. Я сейчас на телефон к вам подойду. Хорошо, хорошо. 5 секунд. Да. Я Ушталь. Это эмоционально сложно, потому что надо, помимо того, что себя настроить, надо еще и детей настроить, еще им подсказать, а каждый с характером, каждому свое нужно. И же это надо уметь. Я просто... Тренерская деятельность – это серьезно. Сложнее, наверное, все-таки с большими, потому что там, во-первых, более профессиональный уровень, а маленькие дети, они более открытые к учебе. Они за тобой ходят и говорят, как вот это сделать, как вот это сделать. Покажите, почему мне здесь не получается, почему мне здесь не получается. И поэтому с ними намного проще делать. Ты им говоришь вот так, вот здесь, например, руку выпрями, вот здесь ударь, все, они стараются так делать. А с профессионалами там намного чуть сложнее. А почему? А я делаю так, а я думаю, что вот так. И, ну и поэтому, чем как бы моложе ребенок, тем с ним комфортнее работать. Они, во-первых, сами радуются, когда, например, ты ему что-то сказал, он попробовал, сделал, у него получилось. Они, в первую очередь, сами довольны. Вы были в профессиональном спорте, вы были как игрок, вы были в качестве тренера. И сейчас вот у вас дети, которых вы также сопровождаете, также воспитываете. Скажите, именно в чем разница от профессионального и вот именно от деток? Ну, вы знаете, разница, конечно, есть, но задатки профессионального волейбола закладываются именно в детском возрасте. И от этого никуда не денешься. Дети приобретают те навыки, которые им в дальнейшем будут служить верой и правдой и в спорте, в высоких достижениях, и просто в любительском спорте. Если смотреть эволюцию волейбола в целом, то сейчас волейбол очень сложный. Потому что раньше играли, например, только сверху, потом только снизу. В китайской практике они вообще, вот детей, когда набирают в группы, они начинают только снизу. Они там передачу сверху осваивают только на второй там год, например. У нас стараются, дети приходят дать технику полностью с нуля.
Потому что вот детки даже есть занимаются год, три месяца, все равно все элементы они исполняют. Может быть, не на все 100%. Подачу подают, пасуют, атакуют, в защите играют, блок ставят. И сейчас самый волейбол очень сложный. И комбинационная игра. Но сейчас это еще дети. Еще год-два, и они будут играть комбинации на уровне чемпионата Азии. Конечно, хотелось бы, чтобы наше правительство уделяло больше внимания детскому спорту. Чтобы вот эти залы были доступны, чтобы тренера могли тренировать в удобное для них время, а не когда будет зал. Вот. Это, конечно, большие пожелания в наш спорт. А так дети молодцы, посмотрите, сколько желающих прийти, поиграть. Серьезнее игра. Это уже за выход в финал. Поэтому здесь надо сосредоточенными быть. Все, эту команду обыграете одной подачей. На какой элемент больше всего ты обращала внимание? Что больше всего было по элементам, скажем, для них сказано? Или, может быть, ты, наоборот, им говорила, что нужно улучшить, добавить чего-то? Ну, в таком возрасте у нас сейчас дети играли среднего возраста, младшего возраста. Для них основной элемент – это, конечно же, подача. То есть основное – это подать подачу и потом выход на мяч. Ты играла в топовых клубах, ты профессионал своего дела. Как вообще ощущается в качестве тренера, в лице тренера? Как для тебя это? Ну, это совсем разный опыт. То есть, когда ты как игрок, ты совсем по-другому ощущаешь себя на площадке. И когда ты стоишь за площадкой в качестве тренера, это совсем другое чувство, конечно. Иногда проще даже самой выйти на площадку и отыграть этот мяч, чем объяснить со стороны, как это сделать. Но сложно, конечно, бывает. Я сегодня попробовала, и мне кажется, быть тренером – это прям сложнее, чем игроком. Наверное, ощущаю. Ну, для меня на сегодняшний день это ощутилось так. Вот в эмоциональном плане, да. Конечно, да. Эмоции. Тренером быть сложнее, чем игроком. Все сейчас закрыли глаза. Все девочки просто закрыли глаза. И сказали, что я могу все. Мысленно себе я могу все. Я могу подавать подачу. Я могу нападать. Я сильная, я могу все. И у меня сейчас все получится. Я знаю. Я знаю, что у вас это получится. Я уверена в каждой из вас. Без сомнений. Открывайте глаза. Слезы, девочки, не всегда помогают. Правда. Не всегда. Мы только расстраиваемся. Мы расстраиваемся из-за того, чего еще не случилось. А ведь может случиться, что мы выиграем. Может? Да. А вы верите в это? Да. Я тоже в это верю. Пошли. И Эйс! Умница! Встать, встать, любой мяч, встать! Играй! Играть, играть! Есть, играй! Здорово! Играть! Пас! Нет, нет, пасни, пасни! Эй! Хорошо! Если вы хотите четвертое место, на самом деле, вы так скажите.
Потому что вы стоите, вы показываете всем видам, что нам не надо играть. Мы сюда пришли просто посуществовать, просто быть. Либо мы сейчас играем, либо мы просто уходим. Сегодня был для меня очень эмоциональный и сложный день, потому что я попробовала себя в качестве тренера и сделала два вывода. Первый – тренером быть – это сложно, потому что нужно уметь общаться с детьми, нужно уметь понимать детей и поддерживать их. И второй вывод – это то, что нужно всегда верить в себя, чего и желаю вам, дорогие телезрители. С вами была Фендрикова Татьяна. До скорых встреч!